Город Азов. Идем на центральный пляж. У них такой подвесной мост. Да. Через речку. Ну, на первый взгляд вода сразу начинает пугать. Начинает все пугать. Вон даже там есть рыба дохлая, он плывет. Что-то страшно. У них тут... несколько, а то они тебя не утащат. Сейчас попробую вам показать, приблизить. Вот, видите? Даже рыба какая-то дохлая тут плывет на боку. Вот так. На первый взгляд, конечно, пугает. Идем смотреть дальше на центральный пляж. Ну, здесь у них прокат. Приятно отдыха. Что запрещено? Аренда всего тут у них. Идем дальше. Погода хорошая, замечательная. 34 градуса тепла. Воздух приятный. На улице, можно сказать, не так-то душно. Для нас, северяне, можно сказать, это просто тепло. Просто хорошо. Ну, народ отлично. Это мало. Да. Там ступить не знаешь куда или лечь. Там воду заходит, так вот на квадратный метр. Там, там, мангальная зона даже есть, бесплатная. Можно, наверное, мангал ставить, шашлыки жарить самому. Ну вот такой у них центральный пляж на Азове. Пляж маленький. Тут где-то говорили, детские аттракционы где-то есть какие-то, площадка. Сейчас посмотрим. Наверное.
наверное, здесь справа какие-то аттракционы, вот здесь детская площадка, наверное, какая-то. Ну, вот такой пляж. Куда? Да, нам, конечно, казалось, что тут пляж побольше будет, но пляж какой-то слишком маленький. Там глубина идет не сразу. Она идет не сразу, потому что дойти надо до нее, чтобы тебя вот так скрыло. Что не нафиг. А, вон буйки, чтобы на них не заплывали. Андрюша пошел наш купаться. Не надо, не надо, не надо, в трусиках надо, все в трусиках, иди давай. Иди давай, иди купайся. Завтра у нас встреча с риэлтором в первом. И будем ехать смотреть дома.